Ребята, всем привет, вы на канале Пиратская жизнь. Ну что, мы продолжаем дальше исследовать территорию. Еще очередное 100-500-е видео. Аван тут изображает из себя крутыша. Не, кстати, вечером здесь лучше все подсвечено, здесь прям света дофига. Здесь такой вот, видите, как комнатка сделана. Для Wi-Fi, для чтения. Да, для Wi-Fi, для чтения. Здесь есть сразу розетка, вот, кресло, да. Подсветочка. Вечером здесь вообще светом все озарено. Вот, видите, даже литература есть, которую почитать. Нет, кстати, ну на немецком есть. Есть ксанворды, кстати, немецкий. Будешь разгадывать? Как раз как охранник основной. Вот. Так что вот такие дела. Не, красивая территория, конечно. Сейчас он созвонился с Мишаней, поздравил меня по вайберу. Так удобно. Вообще, на самом деле, я им показала море. Вот. Конечно, огромное спасибо технологиям, которые сейчас. Вот, мы сейчас пойдем купим все-таки мне эти шлепки и возьму уже себе этот крем. И пойдем купаться. Так что, Вова, встаем, жопу поднимаем и погнали. Вперед. Из песни. Как нам нужно взять? 150 лет? Ну да. У меня 200 с собой. Ну все, пошли. Все, заберем. Так, а здесь, оказывается, не только один магазин-то. Здесь вот раз и один. Евро. Видишь? Евро. Евро. Так, здесь у нас что, смотрите, еще. О, меховой салон есть, смотри-ка. А, еще сказал гид, кстати. Вот, смотрите обязательно прошлый выпуск. Здесь есть где полечиться. Шортики надо? Нет, не надо. Женские. Женские? Женские. Это не шортики. А, это эти такие. Штаны такие, да. Понятно. Так, здесь у нас чемоданы. Чемоданы. Hello. Здрасте. А, здесь сумки. А есть коралловые обувь? А, там, да? Понятно. А купальник? Не, не хочу, у меня есть. Сумки есть. Смотри-ка. Я вот хочу сумочку добрать. Какую-нибудь. Да. А ты что хочешь? Вон такие сумки есть. Смотрите, какие хорошие. Но они все надутые. Ну пойдем тогда купим вон там тапочки уже. Потом посмотрим дальше. Ну мы здесь не последний раз. Кажется, еще вот заходим, посмотрим. Видите, сарафанчики. Ну боюсь, на меня, конечно, не налезет такой. Тем, кто называется лошадь. Лошадь? Да. О, как раз. О, смотри, вон там желтая с этим. Там вон это плавки и продаются эти. Купальница. Может, отцу какой-нибудь сувенирчик привезешь? Так, мы пошли брать мне эти. Во. Ребят, смотрите, еще гранатовый сок есть. Ну, а есть еще скуни. А у меня, кстати, на карте есть. У тебя доллары. Не, у меня уже перекинуты лиры. А, ну да, у меня тоже есть. А ты это переделал счет? У тебя доллары? У меня лировый остался. Да, еще раз здрасте. Так, я... Коралловые тапочки хочу у вас взять. Вот эти вот. 39-й можно мне? Вот вы сказали только такие, да, 39-й? Да, только эти остались. Давайте. А 41-й все-таки не найдете на мужа? Нет, уже нет. А там не как 42-й, или они как безразмерные, размерные идут? Нет, размер... Один в один, да? Они где здесь у вас? Не привезут, не завезут? Нет, не привезут. Пожалуйста. Примерите? Да. Пожалуйста. Они удобные еще. Она искала, да вот у нас в России нет. Сзади потяните. Обязательно. Иначе уплывут. А как вот если вода попадает камни? Ну, нет, не попадет девушка. Песок тоже не попадет, да? Если вода попадет, она у тебя вон через дырочки выйдет. Ну это специально для, чтобы для моря заходить. Ага. Это 39. Ну хотя у меня вот как-то нога там. Слишком? Нормально? Можно? Да. Нет, нормально, девушка. Нормально? Одну минуту. Я просто думаю, они, наверное, должны быть более плотно, а то с 38. Думаешь, плотно? Так, у меня маленькая нога. Чего? 40 остался, и вот этот размер. Ну, 39 у меня. Он должно у тебя нормально, чтобы ходить. Они, наверное, не улетят, да? То есть нет. Они нет, не улетят. Они затягиваются у тебя вот именно по окружности. Так, я возьму. Угу, такие. Так, в общем, берем шлепушки. Да. И крем я хочу взять все-таки. Но я возьму вот этот детский. Да, берите. Я же это... Мишаня, тело тогда. Да. Нашли. Вот такой вот детский. А он, то есть, это защита 50+, да?
50 плюс, да, защищает. А, а как его наносить? За какое время? Детская. Родная моя, смотри. В воду зайдешь, ага. Выйдешь, намажешься. В воду ага. Опять заходишь, выходишь, еще раз намажешься. Постоянно надо мазаться, чтобы не сгореть. Ага. Их пользуются просто неправильно с ними. Ага. В воду заходит, выходит, раз намажутся, потом в воду опять заходит, выходит, и все, не мажутся. Они думают, что это, они все водостойкие. Короче, он смывается, да? Оно смывается. Они водостойкие. Но, нет, смывается, но не полностью. Ага. Остается все-таки что-то. Короче, но... после каждого омовения. Да. Мы, так сказать, как ты зашла воду, это вышло? Мат. Да, сразу надо. Как наносить? Толстым слоем? Или как? Нет, тонким слоем. И ну как пшикает, да? Пшикаете вот так и размазываете. Нет, это защита здесь хорошая идет. Да? Это да. Вот для детей-то, как говорится. Все, этот мы тоже берем. Ну, сейчас посмотрим. Давайте округлять. Ну, давайте округлять. 155 сделаю, ладно? 155? 153. Торг. Я такая, да. Давай, 153. Все, договорились. Все, отлично. И мы еще к вам зайдем. Заходите. Мне на да, все скидки есть, девушка. Сладости, да. Сувениры, сладости все свежие у нас идут. Соусы есть. Не возьмем, возьмем. Да. Мишеньки. Все. А масло тоже у вас можно, да? Масло, здесь? Да. Это холодный отжим у нас идет. А, холодный отжим, да? Да, пожалуйста. Ага, все, спасибо. Так, мы еще сейчас подходим, посмотрим. Да, да. Пов, на. Держи. О, конечно же. Что же? Ты же бутафория. Бутафория, да. Легкий слишком. Там тяжело тоже есть такое. В этот любитель. Вот это вот. Все, все, все. Ну давай, смотри, смотри. Да. Ну открой, посмотри. Он любитель, просто он привезти откуда-нибудь, у него традиция, привозит ножички и натачивать. А, кстати, нет проблем с вывозом нет, таких нет. Вот? Не могут остановить? Я вам заточен. Чек там, его шни, и все. Ага. Не заточен. Да, да. Его в чемодан кинул, пускай. Не, красиво, кстати, можно взять. А сколько он стоит такой? Девушка, это 10 долларов. $10, да? У вас, короче, все по 10 долларов. Нет, не все, ну такие вещи смотрятся, которые 10. Фикс прайс. Фикс прайс местный, да. Я даже не знаю, что еще. Отсучу взять такие. О, феска, ну-ка помери. Ну-ка помери, феска. Отцу феску? Нет, помери просто. У него голова маленькая. У него, по-моему, сейчас ты говори, помери, красиво вышел. Вот, 50. А как ее девать тоже? Не знаю, как его. Вот так, ага. О. Вам, вашим мужикам, всем идет. Всем мужикам идет, да? У меня, кстати, это... Ну-ка, на меня один. А женщинам идет? Постоянно. Женщинам тоже. Это путают. То я турок, то я армянин, то еще кто-то. Мы потом посмотрим. Я как раз видео потом посмотрю, идет, не идет. А, кстати, вот это очень вкусный чай. Да. Да, вот это очень вкусный чай, я помню. Убрали вот такой яблочный. Сколько, кстати, такой стоит? Маленькие девушки идут... $3, большие $5. Ага, $3. А он как растворимый, они вот пакетированы? Нет, это нет. Растворимые. Ага. Одну ложку наливаешь угу. И две ложки воду. Угу. И сколько и такой и... вот стоит у вас? $3. $3, да? А вот большой 5. Который обычно делают это в Турции. Угу. Такие а какой у вас курс доллара получается? Так, сейчас идет 8,89. 8,89. Понятно. Так, зеленый тоже. Ну, мы первый день приехали, мы, так сказать, есть. Потом уже будем брать. Я просто сейчас пока ознакомлюсь с продукцией. А это мыло, да, у вас? Это мыло. Я так понимаю, ручной работы, да? Красивое. Девушка, мыло у нас 3 штуки за $5 отдаем. 3. А, 3 за 5. Ну, подарки, да? То есть хорошо так привезти. Он даже с мочалкой уже есть, с пензой. Такое оливковое, красивое. А это вот $2, да, стоит вот такая вот набор? Да, мыло по $2 они вот. Ага. 3 штуки за 5 отдают. 3 за 5, да? Ага, вообще классно. А это все вот. А это... Это... С коллагеном. С коллагеном, да? Вот это вот. И вот. А, кстати, понюхать можно. Ну-ка, понюхай. Здорово, да? Прикольно. Козье. Ну. Кстати, тяжеленькие такие, большие кусочки-то. 150 грамм. 120 грамм. Вот это понюхай. Оп. Ну-ка. Самое этот такое. Козье, как молоке, молочное. Так, молочное, так понимаю, да? Для молоком это пахнет точно. А-а-а. На него потребностей много очень. Угу. Так, кофе, да, соответственно, у вас. Уже молотое, да? И наборы вот эти вот чайные. Наборы. Кстати, вот эти вот наборы классные привезти а в подарок. Эти, как... По 10 долларов. В турецком, как называть вот эти? Стаканчики. Кстати, да, как называется? Так, сейчас я вам скажу.
Армут. Армут. Так, а где у вас... Это на турецком. Вот. Да. Груша. Груша. Да, а где у вас масло, говорите? Масло вот девушка вот такое. А, вот такое, да? Литровое. И сколько стоит вот одна такая? $10 девушка. Там литр идет. Холодный отжим для салатов. Это можно даже запивать. Ага. Мы брали на Кипре, там было для салатов. Мы брали и брали для жарки. Для вот жарки. Ага. Там, по-моему, черный оливки. А для жарки это отдельно другое. Это черный оливки салата... используется, да? Да. А здесь зеленый, да? Здесь и зеленый, оно идет светлое, чтобы для салата... Кальяны но есть. Но оно более пахучее, чем... Много всего. Усё много. Кружки есть красивые. О, какая красивая кружка. Чарик. Пиратский. О, смотри, какая кружка. Во. Смотри, какая кружка. Это термокружка. Ну, вообще класс. Я такая же, только... Пиратская тематика. Обычная. Это не пиратская, потому что, видишь, это пор. Угу. Викинг. Там есть еще другие. Викинг. Угу. Вот они все разные. О, олень. Олень. Это символ нашего города. Да-да-да. Мы из Нижнего Новгорода, у нас символ города олень. Да. Герб. А из чего они сделаны такие тяжеленькие? Они же термокружки. Сплав или что такое? Внутри это идет металл, а с этой как? Сплав. Алюминий, наверное, какой-то. Да, наверное. Что-то придумали, попридумывали. Так, а сколько у вас вот такие вот наборы стоят? Девушка, с мельницы идет $12. Угу. Без мельницы по $10. И от размера уменьшивается цена. Угу. Понятно. Так, и вот я хотела узнать по поводу вот таких вот наборов сладких. Часто рахат-лукумов и так далее. Здесь идет 450 грамм, девушка, это будет $5. Ага. Есть по 125 грамм, 4 штуки $3. 4 штуки $3? Да. А вот и эти, по да? 250 грамм идет по $2. Ага. А срок годности нормальный? Срок годности хороший. А где указан? А вот здесь, да, наверное? Вот, да. Ага, все понятно. До 22 года. Все ясно. Турки, чтобы гайды мерить кофе. Угу. Где? А, ну да. Любишь? Полно вот. Можно, конечно, говорит, медную брать. Но ее найти проблематично медную. Вот такое? Медную, нет, чисто медную. Да, да, вот это вот чисто медное. Сколько она? Только оно уже у меня последнее осталось. Здесь у него проблема, конечно. Угу. Но оно само стоило $17. Угу. А так снаружи-то ничего, а вот снутри все нормально. Снаружи просто это. Чашечки такие. Да. Я закосячил. Только я сделал ручку. А так все хорошо у него. Чисто ручная работа идет. И красиво, красиво все. Ну, у вас, я так поняла, то есть все, вот что первая необходимость для туристов. И шлепанцы, да. И, так сказать, все такое. Понятно. И сувениры есть, соответственно. Опа, вот ты помнишь, кофе нам такой приносили? Кофе? Вот такой штучки, кофе. А. Кофе. Да. Турецкий. Да, да, да. Вот эти вот тоже имеют. Турецкий набор. Угу. А это свечки такие. Кстати, можно, смотри, вместо магнитика привезти вот такую свечу красивую. Смотри, как красиво. А она, наверное, свеча. Верно. Арома, да? Арома она? Да, арома. Она гелевая? Или это все-таки свеча? Это нет, это свечка, свечка идет. А свечка. Горит, да? Да, конечно. Да. Вот тебе вино такое. Угу. Кофе варить дома. Сейчас возьмем. Ну, мы уже в последний день будем закупаться. Мы сейчас купили все, что... Зерновое, да? Зерновое, ну да. Да, такое угу. И молотое. А у нас есть. Это, и сколько вот такой вот наборчик? Тут идет 500 грамм, это идет $10. Угу. Пол чего? Запах, кстати, есть даже. Запах хороший, да. Они с них метят. А они откуда? Угу. Это турецкая. А, турецкая. Да. А вот. Но в Турции не выбираешь кофе. Из дырочки. Кофе вот дырочка. В отеле вот попробуйте Махмед Эфенди. Ага, то есть там прям как идем. Махмед Эфенди. Нет, они не выращивают, они покупают, и они сами их делают. Ну, сюда еще перерабатывают, да, поэтому. Ты слышишь? Потому что мы в Вьетнаме были, там да. Да, нет, Турция сама покупает и сама перерабатывает. Еще бы знать, а где они покупают. Да. И поехать купить там, да. Тоже вот всякие лахат-лукумы и прочее. Ну, здесь цены более-менее нормальные. Там, знаете, ехать и ради экономии там доллара больше потратите. А если здесь идти на рынок, этот,
туристический, там наверняка тоже будет по такой же цене. Здесь у них и шампуни есть, и все, что хотите. То есть можно с собой ничего не возить. Можно прям тут все купить. Марка. Даже презервативы есть. Зубные щетки. Ну, в общем, все, что хотите, видите, можно и в лирах оплатить все. И, соответственно, в этих, в долларах, то есть налик. Принимать, я так понимаю, любую валюту. Здесь масло такое, смотрите. Это. Это, кстати, вкусный чай. Такой гранатовый. Красный. Типа каркаде. Тоже, вот, смотрите, набор специй. Красивый. Кстати, мы больше привозили то, что... специи. А вот это вот что такое? Это орехи в меду идут. Тут и семечки, и фисташки, миндаль. Нам тогда что-то прибыль. Да, да, да. Это похожее. Ну, в подарок присылали. А, не помню откуда, да? Угу. Я уже забыл. А, из Сочи. Сочи. Да, 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 Сочи. Да, да. Сочи. Да. Мы там были, а потом нам тут слал посылку. Ну, здесь видишь, как красиво выложено. Здесь, вот. Да, а нам поставили там подарок. Это прям... И сколько вот такой вот стоит? Маленький. $5. $5. У нас маленький. Там прям маленький. У нас прям фикс прайс. 5 или 10, 5 или 10, 5 или 10. Фикс прайс. Фикс прайс, да. Цена. Так. А это сыр, я так понимаю, это да? Тофу. $2. Не хочешь орешки? А, все, уже. Орешки не другое. Хочешь? Пробуйте. Это инжировый лук из чистого инжира сделано. Сверху покрыто лепестками роз, орехами и есть еще с кокосом и фисташками покрытые. Инжирная паста. Да, чисто инжирный. Инжир, он это полезен для иммунитета. Так, а вот это вот пахлава, да, или есть что такое? Это халва. А, халва, да, халва, точно, халва. Это шоколадная халва. Шоколадная. Есть и фисташковая. Каркаде есть, он, я вижу, да? Каркаде. А, я так понимаю, у вас можно оплатить любой валютой, да? То есть, любой валютой. А, то есть вы, например, на терминале можете и в долларах принять? Конечно, да. Отлично. Если у тебя мультикарта. И рублями? Я только перевожу все на лиры. И доллары, и евро на лиры перевожу, только лиры могу снять. А рублями тоже? Рублями. Если у вас на карте рубли, тоже могу на лиры перевожу и снимаю. А, в смысле, у вас просто снимается в лирах, в да? Лирах. А, лирах, понятно. Да. Ну, то есть конвертация получается да. в банку. Да. Так вот, ясно, ясно, ясно. Шоколадные конфеты, всякие рахат-лукумы и прочее. Я тебе говорю, вот если что-то забыли, старенький. Можно все привезти. Блэк-код, да. Армани. Армани. Даже говорю, смотри, вон, видишь, все есть. Все, что надо, есть. Ну да. Маленькие свечи. Маски такие, даже есть. Хотя в отеле они бесплатно. Да. На каждом шагу. В прошлом году, знаете, как улетали эти маски? А это что за масло? Да? Да. А в отеле что, не раздавали? Раздавали все, но люди покупали, еще меняли. Это еще и масло. Это масло для тела. Оливковое. Очень приятный запах. Ну-ка, понюхать. Угу, кстати, приятно, действительно. Угу. Хорошо. Это, грубо говоря, после загара. После и после обгорения. Процесс обгорания. Есть из этой фирмы шампуни, бальзамы очень хорошие, восстанавливающие волосы, укрепляющие. Помнишь, мы ездили на экскурсию, нам да, мывали этот антисептик, что это руки. Есть. Апельсиновый. Нет, не апельсиновый, лимонный они идут. Вот такого плана они. Давайте руку попробуем, понюхайте. Они все разного вкуса идут. Да, спасибо. Да, типа такого чего-то. Да, да. О, кстати, да. Обрабатывают. Это вот, это на стоит? Вас это идет этот. Ну, вот он с чем-то, говорит, защищает лосьон. Руку. Защищает после бритья же делают. Да там спирт быстро испаряется. А вот он. Или, да? Это они. Сколько такой? $3. Все, поняла. А что-то дороже 10 у вас есть? Дороже 10? Идемте, родная. Покажите. Сейчас. А, это вот это вот, да? Пожалуйста. Это 100 долларов. Смотрите, наборы есть вот такие. А это для это всяких для завтрака для можно, сладости, да? Для сладости, для сухих орехов можно. Это вот отдельно каждая штучка? Отдельно берется, подносик вот к нему вставляется. И сколько вот такие вот? Эти $25 тоже. А для чего они используются? Для сухих орехов. Для сладости. Ну вот набрал ты всяких орешков. Рахат лукум, да? Да, 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 да. Ну, каждый стол накрывается этим. Лампы есть. Ваза, пожалуйста, с маленьких размеров начиная до больших. Ручная работа полностью идет. Красиво. А это вот что? Это идет... Это лампы тоже. Лампы тоже. Если хотите, могу включить, показать. А, можно? Будь любезно, да, посмотреть.
Либо как это горит. Идем, покажу. Угу. Пойдемте. Так, мушка, я села, мне там лимончик. Надо себе еще шлепки купить. Лимончик. Или будем менять. Кстати, они достаточно большие, мне кажется, я на твою лапу натянут. Вот этого? Нет, вот те, которые взяли. Да на. А хотя бы 40-го размера нету? Есть вот таких? 40-й, есть, конечно. А померяй 40-й. А, 40-й? Да, есть. Вот померяй 40-й. А пожалуйста. Вдруг подойдет? Во. У меня 40 с половиной. Красиво. Классно. 25. Все цвета по-другому горят. Да, сколько вот эти вот стоят? Все дела. Смотрите, сигарилла. Это ежевичная. Ежевичная, да? Это ванильная, ага. Шоколадная идет. Здесь тоже самое, ежевичная. Это вишневая, ага. И ванильная. Ага. Тут крепкое и слабое, без вкуса они идут. Угу. Это шоколадное. Смотрите, здесь вот такая штучка есть. Ну, это дружечка, муж удобно было, называется. Чтобы курить. Они идут по 3 доллара. Ага. Это сигарилла, да? Вот эти маленькие штучка. По доллару. Ага. А вот эти потолще, они идут по 2 доллара. Ага. Ну, карта. Так, и вот это тоже есть, да? То есть Это идет переходник. Переходник, да? Да. Угу. Немецкий переходник. Ага. А потому что, ну, кстати, а кто в отеле отдыхает? Какие национальности? Тут все есть. Все есть, да? Все. А в основном Европа, наверное, да? Да, и Европа есть. Польша, Германия и Украина, вот я видел. Все, больше никого. Так, нет, здесь есть. Много, ну, мало много, видимо, да. Это меньше. Из Германии вот есть тоже, из Ирана есть. Ирана. Из Ирана даже? Да, из Ирана, да, вот я не видел. Там, может, их видно сразу, они такие более, угу. Это, более не, смуглые. Они более современные. Не, они более смуглые. И есть цвет кожи. А, ну да, конечно. Понятно. Ну, все, спасибо вам огромное. Мы только первый, так сказать, день. Мы еще придем, разумеется. Конечно, огромное спасибо за обзор. Вот, в общем, приходите, все купите. Вот так вот. Спасибо большое. Как вас зовут? Меня Динара зовут. Динара. Огромное спасибо, Динаре. Мне зашло. Да, меня Нина. Вам хорошего отдыха. Заходите, спасибо, не пропадайте. Спасибо, спасибо. А, так, стоп. Мы же вы сказали, можно 40 с половиной померить. Так, давай, меряем. Я тебе просто говорю, они на мне свободно достаточно. Mm-hmm. Окей, да. А 42-го нету? Нету. Выкупаю сразу. Помочь? О, нет, ничего. Нормально. Упирается нога, нет? У тебя просто нога плотная. Смотрите, нет. Большой палец. Нормально. Ну, дай попробую палец. Во, у тебя нормально. Не упирается? Нет. Серьезно не упирается? Нет. А второй там впереди один? Есть? Один, второй. Нормально, нормально. Один, второй. Даже запасик, ну, чуть-чуть прям. Ну и что? Краска. Я тебе говорю, они идут чуть больше. Они как на мне 41-й. Ну, я тебе говорю. Не 40-й. Ну, я же практически ношу то 39, то 41, то 40-й. Ну, у нас а у тебя? Просто спортмастер какие-то. Вот, давайте мы еще эти возьмем. Давайте. У нас, как говорится, это все скупим. На мне 41 больше. А другого цвета нету? Нет, другого нет. А, ну, одинаковые будете. А перепутаем, он моя здесь, я его. Я его есть здесь, и девушка, я смотрю, есть. Вот, пожалуйста, внутри написано. Все. Можно, да? Все, да, давайте. Все, еще и вовану купим. Сразу купаться. Держи. Расплатиться. Так я карточкой оплачу. Все, еще и Вавану купили эти коралловые тапочки. Будем в одинаковых. Да, одинаковых. Да. Все. Все, еще раз огромное вам спасибо. Все, все хорошего. И, как говорится, побольше вам, так сказать, клиентов. Спасибо да. Большое. Все хорошо. Спасибо большое. Последний день. А зачем ты нам в Аланию? Я тебе говорю, никуда ехать не надо, все можешь здесь. В Аланию нафиг там. Ты больше денег проездишь. У тебя есть если разница. Не, если в Мигрос ехать, там... Разве что вот точку вас помните. Не, если только там ходить скидка мало. Будет. Так раз, кружечка обошел скидка и все. Скидка делает. Когда человек вышел с отеля, все, это значит, должно быть... Дорого. Да, можно дорого. Не, у нас просто даже вот эти коралловые тапочки, у нас даже в России, я смотрела, стоят дорого. 700 рублей. Не, там обычные самые, 700-800. Ну, да, а вот такие вот, я имею в виду, которые затягиваются, там вообще по 1500-2000. Да. А, и последний вопрос. Сигареты почем у вас просто? $3. $3 за пачку, да? Давидов 4. Любые, да? Давидов? Но только ментол. Давидов. А, Давидов. Ментол идет здесь за $6. Мы сейчас закончились, они, мы еще привезем. Ну, тоже страшные картинки, да? Здесь в Турции нет электронных, ментол со вкусом запрещено. Ага. Поэтому они $6 стоят. Это как в Таиланде тоже запрещено, они да. причислены как
к наркотикам. Нет, я просто говорю, что если кто-то, например, забыл, или там сигарет кончилась. В принципе, из отеля так устроена экосистема, что мы уже вообще никуда не ходили. Да, да, везде сейчас одни цены на сигареты идут. Угу. Ничего не меняется. Ну, все, теперь точно спасибо. Спасибо большое. Пока.